Очень люблю сладкое. Пироги, печеньки обязательно. Семечки, там орехи. Шоколадки, там конфеты. После аварии, ну, постепенно, как бы у меня вес набирался. На кефирной диете сидела и тренировалась много. Раскачала одно время, безрезультатно. На диетах не сидела. И вот дошла до такого веса, что, ну, вот так. Обаятельная и строгая Мария, стильная и дерзкая Ольга, трудолюбивая Татьяна и невероятно женственная Маша. Эти очаровательные девушки – героини нового реалити-шоу на национальном телевидении Чувашии. Они не побоялись трудностей и прицела телекамер. Их цель – сбросить ненавистные килограммы и обрести уверенность в себе. Наши эксперты в области спорта, красоты и медицины обязательно им в этом помогут.